Алло, работаете? Насчет чего? Насчет секса. В смысле? У тебя в анкете написано, что ты работаешь интимно. А где именно написано? В Газдарнете. Теперь внимательно послушайте. Я уже писала заявление в прокуратуру, в МВД, генпрокуратуру. Так, но эту анкету они не удаляют, их Газдарнет-сайт тоже не удаляют, никаких мер не предпринимают. Пишут мне ответ, что нет состава преступления. Я занимаюсь политикой, я в оппозиционной партии «Алга Казахстан», и это дело рук вот именно МВД, КНБ, вот этой структуры. Короче, правозащитной структуры. Поняли, да? Ну, я понял. Да, понял. Все, больше не звоните и будьте добры. Напишите там в комментариях, что этот номер недействительный, либо это политическая партия. Вам многие кто-то звонит, да? Мне уже с ноября, 3 ноября без конца звонят. Это мой личный номер, который прикрепленный на мой ИИН. У меня есть дети, муж, семья, и это мне, знаете, как моральный ущерб, и как бы и психологический ущерб, и дети это слышат. Поэтому будьте добры, напишите в комментариях, я не могла удалить, не могла добиться справедливости.